Здравствуйте, друзья! В этом уроке я хочу рассказать вам об одном небольшом, но, на мой взгляд, очень полезном, интересном и важном приеме, который можно использовать во время игры на гитаре. И этот прием, он относится одновременно и к динамике подачи звука, и к тембровой окраске звука. Динамика – это сила, с которой вы играете по струнам. Ну, например, если вы будете слабенько ударять, дергать струны, да, звук будет тихонький такой. А если вы начнете посильнее, тише. Вот. Но помимо этого, звук, можно еще подачу звука регулировать следующим образом. Если вы будете правой рукой играть ближе к подставке, вот сюда, то звук будет более резким по тембру, более металлическим, как бы, несмотря на то, что вы играете по нейлоновым струнам. Вот послушайте, какой звук здесь у нас. Видите, какой? Такой жестковатый. Вот. Даже если я играю тихонечко, смотрите, какой тембр. А если мы передвигаем руку чуть-чуть ближе сюда, то есть в сторону головки грифа, и играем здесь. Вы посмотрите, я здесь могу сыграть сильно нажимая. То есть я конкретно вот прям сильно ударяю ногтем прям по струнам. И здесь я играю тихонечко. А звук, видите, какой? Более жесткий. А представьте, если я здесь буду мощно играть, а здесь тихонечко. То есть, в чем суть этого приема? Если вы хотите больше нежности отобразить, больше романтики, мягкости в звучании, передвигайте правую руку ближе вот сюда. Здесь у нас звук будет помягче, как бы поблагороднее, что ли. А если вы хотите больше жесткости, больше агрессии металла в звуке, тогда правую руку просто двигайте сюда. Вот такой вот элемент игры на гитаре. Применяйте. Учитесь. До новых встреч. Пока.